Эти люди, пожалуй, самые здоровые. Сегодня в Вятской филармонии чествовали выдающихся спортсменов Кировской области. В торжественной обстановке наградили победителей и финалистов международных всероссийских соревнований прошлого года. Мероприятие «Звезды вятского спорта» прошло в Кирове уже в 22-й раз. Награды получили лучшие спортсмены в тех видах спорта, которые включены в программу Олимпийских игр. Те, кто был вне конкуренции в спортивных дисциплинах паралимпийских и сурдолимпийских игр, а также в номинациях «Любительский спорт» и «Ветеранский спорт». Спортсмен... Он ведь, как никто, знает, как в тяжелые минуты важно собрать самого себя, не позволить себе проявить слабость, продолжать, несмотря ни на какие трудности, несмотря иногда даже на сопротивление собственного организма, найти второе дыхание и продолжать борьбу и двигаться вперед.